кругом наши. Солист группы Rolling Stones Мик Джаггер родился в 1944 году в Кривом Роге в семье знаменитой гимнастки на батуте и дрессированного медведя. Все детство Мик, которого тогда звали Микола Жагров, провел в цирке вместе с родителями. Впервые Микола вышел на манеж уже в 3 года, со ставшим впоследствии знаменитым номером «Маленький мальчик, кладущий в рот 3 огромных яблока». К 7 годам Микола объездил с этим номером весь Советский Союз. А в 51-м году Криворожский цирк пригласили на гастроли в Англию. Специально для этой поездки была приготовлена новая программа, гвоздем которой был Микола, научившийся к тому времени полностью засовывать в рот голову циркового льва. Первые 3 представления прошли с большим успехом, но на 4-м произошло ЧП. Иллюзионист Пасько выпил перед выступлением не 1, как обычно, а 2 бутылки горилки. И в своем номере волшебный ящик забыл поставить 2-е дно и распилил надвое своего друга шпрехштальмейстера Голоборочка. Нужно было как-то спасать положение, и заменить разрезанного Голоборочка вызвался Микола Жагров, которого научил английскому старый цирковой попугай, в прошлом гражданин Америки. Микола блестяще справился с обязанностями шпрехштальмейстера, а его необычный тембр голоса произвел неизгладимое впечатление на Кейта Ричардса, который к тому времени уже 40 лет работал гитаристом в местном цирковом оркестре. Ричардсу как раз нужен был солист для создания новой рок-группы. И он выменил Миколу у директора цирка на пачку Честерфилда и бутылку виски «Белая лошадь». Дальнейшая судьба Миколы Жагрова, ставшего впоследствии Мигом Джаггером, известна всему миру. Остается добавить, что самая известная песня Rolling Stones «Satisfaction», что по-русски означает «удовлетворение», была написана после того, как Джаггеру с родного Криворожья прислали 3 килограмма сала.